Всем привет! Я нахожусь в городе Балашове, в районе Новой набережной, на улице Советской. Только что вышла вот с этой красоты. Вышла на улицу Советскую и увидела знакомые места. И вспомнилась мне одна история, связанная с моим детством. Когда-то давно-давно, я была очень маленькая, мне было лет 5, ну, может, 6. Мы с мамой ходили в одно учреждение. Я не помню, что это было за учреждение. Находилось оно в красивом доме с серебряными трубами. Мама занималась своими делами, я вышла на улицу погулять. Перешла через улицу по пешеходному переходу, а раньше в Балашове пешеходные переходы отмечались такими железными квадратиками. Были квадратики и кружочки. И вот я замечательно перешла по этим кружочкам и пошла дальше. Но пошла я уже по улице Ленина. Шла я, шла. Какое-то время решила, что ушла далеко, вернулась назад. Я забыла, что я перешла эту улицу по этим квадратикам. А я, когда уходила, запомнила, что был красивый дом с серебряной трубой. Я вернулась назад, и я шла по улице Ленина и искала красивый дом с серебряной трубой. И никак не могла его найти. Я его так и не нашла. Ушла я далеко, ушла я до городской бани. Это далеко, если даже взрослому человеку идти далеко. Шла я и плакала. Тут увидели меня какие-то тети добрые. Взяли, отвели в баню. Все меня расспросили, как ты живешь, где ты живешь, как тебя зовут. Я им все рассказала. Ну, наверное, на милицейской машине меня отвезли домой. В это время туда примчалась... Мам еще не было. В это время туда примчалась зареванная мама. Она потеряла ребенка. Наверное, ей в милиции сообщили о том, что меня повезли домой. Вот. И дом с серебряной трубой я тогда не нашла. Зато я сейчас его нашла. И поэтому начала вам рассказывать эту историю. Вот, смотри. Вот этот красивый зеленый резной дом с серебряной трубой. Раньше это было какое-то учреждение, а что сейчас, не знаю, подойду, посмотрю. Ну вот, это, оказывается, дом купца Дьякова. Смотрите, какой красивый. Тут какие-то еще вывески, подойду, посмотрю. Это, оказывается, Балашовский краеведческий музей сейчас. А я об этом и не знала. Дом купца Дьякова, конец 19 века, охраняется государством. Ну что ж, тогда, наверное, есть смысл зайти в музей и посмотреть, что там внутри. И так нежданно-негаданно я решила побывать в краеведческом музее города Балашова. Вот в этом доме с момента своего детства, когда я тут потерялась, я не была ни разу. Пойдемте посмотрим. Очень красиво он выглядит даже во дворе. Пойду посмотрю музей. Это гостиная. Дом Дьяковых. Очень интересно, что здесь сохранились обои старинные. Сохранилась лепнина на потолке, но сам потолок закрашен. И под потолком, вот видите, это роспись. И сохранился наборный паркет. Просто поразили изразцовые печи.
необыкновенной красоты. Гармония, старинный барометр и вход в следующую комнату. Здесь рояль, который раньше стоял в кинотеатре «Победа». На нем играли перед сеансом. Я помню его с детства. Мебель того времени, когда жил хозяин Дьяков, еще одна печь. Работа финских мастеров из города Турку. Настенные часы фирмы Густав Беккер, которые работают, если их завести, они будут работать целую неделю и бить через каждые полчаса. Очень красивые. Зеркало. На зеркале бог путешествий. Единственный экспонат, который принадлежал семье Дьяковых. Картина, которая изображает пристань в городе Балашове и барки, которые ходили с хлебом до Ростова. Еще одна печь необыкновенной красоты с изразцами. Это печь, точно такая же печь есть в городе Петербурге, в квартире. Некрасиво, что ли? Сейчас спрошу, забыла. Вот там она коричневая. И по коридору мы опять выходим в гостиную. И на этом заканчивается осмотр дома. Забыла еще одну комнату, в которой сохранилась мебель. И городская легенда, что если посмотреть вот в это зеркало, загадать желание, то оно исполнится. Я загадала. А еще здесь сохранился настоящий потолок. Вот так нежданно-негаданно детские воспоминания привели меня в краеведческий музей города Балашова, в дом купца Дьякова. И вам показалось, сама посмотрела. Очень довольна посещением. Не ожидала увидеть такую красоту, причем сохранившуюся с прежних времен. Ну, идем смотреть Балашов дальше. Здесь мы пока распрощаемся. А дальнейшую экскурсию вы увидите в следующем видео. До свидания. До новых встреч. Ждите продолжения. Пока.